Всем доброго времени суток! С вами Натали и роскошный барабандовый попугай Гарри. Гарри, привет! В сегодняшнем видео хочу с вами поделиться тем, что входит в рацион нашего Гарри. На многих сайтах написано, что нужно, чтобы у попугая всегда в доступе были веточки. И вот я вам показываю, что мы сделали веточки, такие вот жердочки с веток вишни. Вот одна жердочка, вторая и такая вот чудная лесенка. И он потихонечку их обгрызает. Ему очень нравится. И сегодня я еще сорвала вот такую маленькую тоненькую веточку вишенки. Одну и вторую. И нашла на дереве, поскольку сейчас у нас осень, семена клена. Веточки нужно помыть тщательно, но без моющего средства, можно мыть мылом, желательно хозяйственным, затем ополоснуть кипяточком. Я еще просто их помыла, еще кипятком не обдавала, но хочу с вами поделиться, что те веточки, которые у нас уже есть, сейчас я вам поближе. Вот он их обгрызает, обгрызает, обгрызает. Гарри, ты боишься телефона? Иди ко мне, солнышко. Гарри? Гарри? Он очень любит грызть эти веточки. И если вы хотите, чтобы ваш попугай получал много полезных витаминов с коры деревьев, веточки очень в этом помогают. Единственное, что очень будьте внимательны, потому что не все ветки можно использовать. Я в данном случае использую ветки вишни. Вот, видим, как раз сейчас грызет. Это относится к очень полезным деревьям, которые можно для попугаев. Единственное, что будьте аккуратны, чтобы на вишне не было клея, потому что на многих веточках клей присутствует. Вот он должен отсутствовать, вы его должны как-то смыть, обрезать, если он есть, потому что именно сама вот эта вот смола, она для попугая вредная. На этом пока все. Всем прекрасной и доброй осени. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Будем снимать еще много видео. Пока-пока.